Эй, Рудольф, там парашют на дереве за озером. Да ну, это, вероятно, ошибочный выброс этой дивизии, что к югу от нас. Это часто случается, ты привыкнешь к этому. Они тренируются сегодня? Ах, я не знаю, здесь где-то есть график, можешь выяснить, если тебе это интересно. Я думаю, нам нужно разобраться с этим. Разбирайся с чем хочешь, но я должен оставаться на посту, или мне не сносить головы. Да-да. Последняя поставка сегодня. Думаю, что да, больше ничего быть не должно. У вас есть что-нибудь, капрал? Сэр, около 3 часов назад генерал Эскарп с эскортом прилетели сюда. И часа полтора назад они отбыли. А, голова смерти и его люди. Они постоянно тут снуют.
Подождите минутку, капрал, мне нужно сделать кое-что важное. Thank you.
Внимание всему персоналу! Испытания ракеты Ви-2 начнутся через... 5, 4, 3, 2, 1... Испытания ракеты Ви-2 завершены. Операторам телеметрии приступить к запуску. Транспортер прибыл. Внимание! Работает кран! Не стойте под краном! Хорошо, кран готов! Внимание! Завершить проверку люков! Внимание! Всем операторам запуска! Доложите о готовности! Запуск ракеты через 2 минуты! Запуск через 1.5 минуты. Запуск прерван. Всем техникам на станцию. Внимание, нарушитель! Внимание, нарушитель! Службе безопасности принять меры! Вот он, быстрее! Взятка заложена! Уходим!
Пойдите. Да, Джек? Ласкович приземлился с Кобуры на Мальте 6 часов назад. Целым и невредимым, надеюсь? Да, сэр. Ученые-аэронавты уже направлены на Мальту. Отлично. Я прочитал твой доклад, Джек. Скажи мне, что ты думаешь об этой операции воскрешения, которая так волнует немцев? Но это уже второй раз, когда всплывает это имя. Сначала на раскопках, а теперь на ракетной базе. Определенно есть связь между головой смерти и паранормальной группой. Что еще? Боюсь, что нет, сэр. Нам нужно больше информации. И что ты предлагаешь? Мы идем к источнику. И так мы доберемся до головы смерти. Мы повергнем его на его же территории. Насколько я понимаю, ты говоришь о секретном оружейном комплексе около Кугельштадта. Именно. Интересное предложение. Знаешь, мы давно пытаемся проникнуть в этот комплекс. Пока безрезультатно. Я знаю об этом, сэр. И ты также знаешь, что Кугельштадт подвергался массированным бомбардировкам союзников последние 48 часов. Да, сэр. Откровенно говоря, я рассчитывал, что это отвлечет нацистов и поможет нам. Но ты, вероятно, не знаешь, что наши друзья из Крайза и в этом районе сообщали об ученом высокого уровня из комплекса, желающим дезертировать и отчаянно нуждающимся в помощи. Я полагаю, он может предоставить нам очень ценную информацию. Несомненно. Хорошо. Вот что мы сделаем. Мы отправим агента Блацковича связаться с группой Крайза около Кугельштадта. Они знают, как попасть в оружейный комплекс, а он поможет им вытащить из комплекса этого ученого и доставить его к нам. А затем? А затем он выступит в роли ищейки, идущей по следу. Спасательная команда Крайзутник Ильина сообщает, что в следующем квартале скрывается 6 человек с Фаустами. Ты должен устранить их, чтобы я мог продвигаться дальше. Отличная работа. Теперь поторопитесь, ты должен найти спасательную команду. Уничтожу колокольню, если там есть снайперы. Наша группа нашла ученого-дезертира, но они под сильным огнем в следующем квартале. Им нужна твоя помощь.
ученых безопасности, но впереди сильное сопротивление перед оружейным комплексом. Вперед! Спасибо за помощь. Мы скоро вывезем ученых. А тебе нужно идти.
как мне ее обезвредить? Я говорил тебе, перережь красный провод. Или это был синий? Ах, подожди, я схожу посмотрю в руководстве. А, не стоит. Здесь нет ничего сложного.
Поторопись, документы почти готовы. Майор, почему мы еще не готовы к отправке? Мои извинения, оберфюрер. Но загрузка новых торпед занимает больше времени, чем мы предполагали. У меня нет времени на эту чепуху. У меня важное задание. Этот корабль через час отправляется к X-лабораториям с торпедами или без. Вам понятно, майор? Абсолютно, герр оберфюрер. Thank you.
это ты. Ты починил ли?